основные финалисты или самые крутые признанные комиссии проекты будут точно реализованы, на них будут выделены дополнительные финансирования. Это возможность командам реализоваться себя на местах. Но еще более круче, что от одного до трех проектов отберет Министерство труда и социальной защиты и предложит к их реализации по всей Российской Федерации. Я думаю, что для Нижегородской области, для тех ребят, которые реализуют этот проект, это более чем достойно. Нам нужны новые, молодые, интересные, творческие кадры. Нам нужно готовить, формировать кадровый резерв, настоящий кадровый резерв, чего тоже не хватает во многих муниципалитетах, да и в правительстве Нижегородской области. Поэтому, реализуя эту программу, проводя программу обучения, тестирования, защиты проектов, все это позволяет, с одной стороны, действительно выбрать эффективные проекты, и с другой стороны, выбрать эффективных будущих управленцев, а иногда и ценить действующих.